Друзья, в сегодняшнем видеоролике мы с вами поговорим о том, как же все-таки оформить платежи с карты на карту, имеется в виду MasterCard, Visa, в тех странах, где запретили сейчас SWIFT платежи и многие допущения по санкциям, запретам и так далее, и так далее. То есть в данном видеоролике есть решение, как можно перевести средства с одной стороны в другую. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Друзья, ситуация такова, что есть некие ограничения, некие санкции многих стран по отношению к другой, но есть те платежи, которые люди вам задолжали, еще что-то, не могут якобы отправить вам в Украину оплатить, то есть один сервис, есть и приложение на этот сервис, которыми вы можете добавить абсолютную карту, как запросить платеж, так и отправлять платежи. Давайте же мы прекрасно ознакомимся, что это за сайт. Так, друзья, вот он, единственный выход, как можно перевести будут деньги с различных стран на, в принципе, любые карты, которые вас будут интересовать. То есть в данном случае то, что вы видите, это то указано, что интересует именно данных граждан и в наше не совсем мирное время. Вот, все работает, все отлично, можете скачать как в App Store, так и в Play Market, так и App Gallery, приложения доступны, очень удобно, можете ознакомиться, функционал простой. Давайте мы посмотрим, как работает приложение, к примеру, проведем регистрацию, вот, нас сразу встречает окошко с регистрацией, мы получим, как бы вы хотели использовать, отправить деньги, запросить, то есть запрашивать получателя деньги, разные версии, то есть я буду запрашивать, к примеру, там имя владельца, то есть вы здесь все заполняете, там дата рождения, это ваши данные, я этот момент упущу. Здесь мы с вами уже вбиваем электронный адрес, который будет закреплен на ваше уведомление и все остальные действия. После того, как вы прошли верификацию, регистрацию, нам здесь придет код полностью, то есть мы его получаем, вводим и подтверждаем. Точно так же у нас, в принципе, должно прийти на электронный адрес, то, что мы ввели. Вот пришел код, я регистрируюсь, здесь, возможно, будет нужно пройти еще верификацию, но это не обязательно. Что мы видим? Личный кабинет, привязываем здесь карту, настройки можно подвести под себя, тут безопасность, установить пароль. По Face ID, конечно же, нету. Личная информация. Вот, видите, нужно подтвердить. Вот, нажмем подтвердить. Письмо отправлено. Перейдем в наше приложение. Понятно, все. Здесь все отлично работает. Здесь можно привязать, конечно же, карту. Добавить новую карту. Здесь мы номер карты введем, срок. Ну и, естественно, здесь никаких проблем не будет. И мы уже конкретно можем пользоваться полноценным приложением. Видите, я выбрал, как запросить деньги, но мы также можем и переводить. Так, введите номер телефона этого владельца, и чтобы удобно отправлять запрос, разрешите к вам доступ к вашим контактам, но мы это делать не будем. Все, в принципе, это все у нас работает. Это как запросить деньги, но мы можем так и отправлять деньги. Поняли, все ссылки будут закреплены в закрепленном комментарии, вы можете прекрасно перейти, ознакомиться, просто в регистрации прикрепили номер, ввели все свои данные, закрепили адрес, подтвердили и, в принципе, можете пользоваться. Поэтому, чтобы не пропускать мои новые видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, оставляйте ваше мнение в комментариях, для меня это очень важно. Дальше больше, скоро увидимся.